Город 312! Мы у вас не были ни разу в своей жизни за все 17 лет существования нашего коллектива. Вы представляете, какая это несправедливость. Но мы очень рады, что первомайские праздники мы с вами. Мы сегодня привезли вам все, что вы слышали по радио, видели на телевидении. И, естественно, что-то такое, чего еще до вас не доходило, не доезжало, не доплывало. Песню следующую наверняка вы слышали ей много лет. Называется она «Фонари» или «Значит, ты уже большой». А я сейчас проверю, как вы ее хорошо знаете. Поорем. Thank you.
У города 312 есть две песни про весну. Понятно, что майские праздники — это в первую очередь весенние праздники. И хочется сразу думать о том, что любовь как-то вспыхнет ярче, и солнце будет светить лучше. Но у вас-то весна приходит вовремя. Теперь-то мы видим. Это мы в Москве ее не видим. Годами. Годами просто. И сейчас вашей весне посвящается наша первая песня «Весна». Эта песня одна из 18 саундтреков или песен, так или иначе связанных с кино. Эту песню больше любят, кстати, мужчины, потому что нас, девчонок, они очень сильно любят. Хотя она про нас, про девочек. Первый припев, я надеюсь, споют девчонки Луганска. А второй – мужчины. Для всех девчонок Луганска песня «Девочка, которая хотела счастья». Как вниз летит звезда, как над ней склонится.
сказать. А вот как раз на крышу села стая голубей, только на щеке блестит предательский слеза. Слезы — это слабость, можно их простить себе. Вечер на нее смотрел, не опуская глаз. Серое пальто и неприметный сторожа. Столько листьев в сентябре, наверное, в первый раз. А может, ты не стоишь. Следующую песню вряд ли вы слышали, но она очень кстати будет сегодня, потому что она была написана для друзей и про друзей. Так и называется «Друзьям», то есть посвящается вам. Всякого повода. Хочешь
столько разных причин друг другу помочь. Которой уже очень много лет. Мы ее очень любим. И она одна из немногих, которая не относится ни к какому фильму, но тем не менее клип на нее был очень киношный. По мотивам кино «Амели». Ну, в крайнем случае, мы так хотели, чтобы сняли. Итак, песня «Невидимка». Песня, которую сейчас мы споем, имеет самое большое количество версий разных. Имеется в виду, что она не только одна из самых популярных, наверное, песен из нашего репертуара в караоке-барах. У нее есть классическая оригинальная версия, акустическая,
роковая, тяжелая, рэповая. Господи, я сейчас даже не вспомню. А сколько инструменталок разных. Вы не поняли еще, о какой песне я говорю, да? Нет. О, вот ты сказала сейчас. Как тебя зовут? Наташа? Даша? Саша? Молодец, Саша. Песня «Обернись». Попоем? Шумные улицы, тесные города, воздух заряженный дымом, небо буглится, скроются в никуда. Люди, бегущие мимо, ты не услышишь крика помощи. Время в большой цене. Стены огней ставят виски сильнее. Без нас поете или нет? Обернись! Как же это красиво! Белые по осени, значит, уже зима. Может, никто не заметил, гладко причесанный город сошел с ума. Самым скользким на свете. Ты не услышишь крика о помощи. Время в большой цене. Стены огней ставят виски сильней. А теперь громко! Обернись! Мне не ставь без твоей руки. Не услышат пение сердца. Как и обещала, у нас будет вторая песня про весну. Она родилась гораздо позднее первой. На много-много лет, почти лет на 10, представляете? В ней, наверное, все-таки больше о любви. Смотри, тут тоже говорят, останусь. Мы останусь, завершаем программу. Хотите, мы ее споем и уйдем. Тогда терпите другие песни. Песня «Весна 2» любви в Луганске посвящается.
Ее колыбель метель, а зима с ураганами. А вишневый купан ее прячется глупости тысячи. И она для него невозможная, чудная, странная. Но никак ее образ в сознании своем он не выключил. И порой ночами уставшие, измученные мыслями, он довольно в глазах изучает ее фотографии. Она излагает себя эмоции письменно, молча кладет белье и воюет за мызганным кафелем. Сможет со всем этим справиться, что она, как и многие, вспыхнет и скоро забудется. А она все твердит себе, что далеко не красавица, и по ночам будет мысли о нем по пустым диким улицам. И встречая ее, он старается держать дистанцию и питает себя несерьезностью всей ситуации. Чтобы только ему пару лишних минут улыбаться. Оставить мужчин Луганска без подарка. Тем более, что почти все остальные песни для нас, для девочек. Нет? Точно нет? Хорошо. Итак, мужчинам Луганска посвящается песня «Сокол». Вы думаете, это не делает вид, что у нас такое начало. А на самом деле мы ждем, когда наш барабанщик усядется на место. Зачем ты все раскрыла? Хотел сбежать с концерта. Девочки, это энергичный танец, поэтому мужчинам в любом случае понравится. Oh!
Вы ее помните? Вместе? Нет. Все просто получается. Мир маятник качается, а свет переключается на звук. На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет с рук. Порвется бесконечный круг. А сами нет? Не зоны дос. Точно вы не слышали, потому что ее, по-моему, один раз его показывали по телевизору в какой-то очень давнишней «Фабрике звезд». Одна из девочек, участниц, исполняла ее вместе с нами. Почему-то выбрала.
Но мы ее очень любим. Она про наш девчачий секрет. Такая выпендристая. А секрет такой. Мы, девчонки, очень любим обижаться. И нам это можно. Нам это прощается. А вот мужчинам нельзя. Итак, я так люблю обижаться. Следующая песня. Эта песня была премьерой во многих городах в этом году. Потому что эта песня стала премьерой только-только стала в прошлом году, когда вышел кинофильм «Жизнь впереди». Называется она «Времени осталось мало». В ней прежде всего поется о том, что мы должны ценить каждую минуточку, каждую секунду, думать о том, что можем потерять. Итак, премьера в Луганске. Времени осталось мало. Как есть, дай надежде, так горит.
по струнам пальцами небрежно. Я буду здесь, помнишь, как и прежде. И лучше запятой, чем точкой, пока мне есть о чем жалеть. Времени осталось мало, как нам отмотать сначала? Ответа не нашли, почему разорваны струны твои? Почему разорваны струны моей души? Искали выход, упали в пропасть. Остаться чувства мешала гордость. Где гаснет свет, накаляя громкость. И каждый сам, отчего же ломка? Никто из нас не свободен, разве? Зачем же памятью прямо дразни? По струнам пальцами небрежно. Я буду здесь, помнишь, как и прежде. Знакомый почерк на двери лифта. Я грубо очень, молчалив ты. Иди вперед и не обернуться, а вдруг опять нами разойдутся. Времени осталось мало, как нам отмотать сначала? Ответа не нашли, почему разорваны струны твоей души? Времени осталось мало, как нам отмотать сначала? Холодный ветер приходит ночью, когда ты выжат и обесточен. Твой старый свитер на полу, его отдашь согреться. Холодный ветер приходит ночью, когда ты выжат и обесточен. Я лучше забитой, чем точкой, пока мне есть о чем жалеть. Времени осталось мало, как нам отмотать сначала? Ответа не нашли, почему разорваны струны твоей души? Времени осталось мало, как нам отмотать сначала? Ответа не нашли, почему разорваны струны моей души? Спасибо вам большое, прибольшое. В каждом городе, где бы мы ни были, мы всегда исполняем вот песню, которую сейчас хотим вам спеть. Это гимн нашего коллектива. Эта песня помогает нам, когда нам плохо, когда нам хорошо, когда мы не понимаем, что дальше, или наоборот, нам кажется все замечательно, и надо подумать, что, имея в виду, может все измениться. Мы с большим удовольствием дарим всему Луганску песню «Зажигалочку». Гимн нашего коллектива. Называется она «Ты готов, сонечко?» Небо! Жить.
знаете, что шикарно у вас? В разных городах эмоции выражают по-разному. У вас идет резкий такой всплеск, такой, знаете, аж вот так вот прям. А потом и сразу тишина. И это вот то самое, когда ты понимаешь, что хотят что-то услышать еще. Или хотят услышать, что ты говоришь, что ты исполняешь. Это очень дорого стоит. Спасибо! Для каждого из вас с огромной благодарностью за вашу силу, за ваши улыбки, за то, что вы умеете радоваться. И вообще за этот Первомай. Но лично, еще раз говорю, каждому из вас песня «Останусь». Попоем. Оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Вы сами! Встречи. Даже если мы с вами друг будем редко встречаться, жизнь такая штука, но вы всегда оставались, вот как сегодня, для себя, для своих родных, близких, для вашего дорогого родного Луганска, для вашей страны, для всего этого мира, вот такими же улыбающимися,
и всегда оставались тем самым. Вместе с вами отпраздновал город 312, а это Дмитрий Притула клавишные, Леонид Притула бас-гитара, Леонид Никонов барабаны, Александр Ильчук гитара, Мария Притула гитара, Алексей Лесников звук, Борис Гильнаш, тур-менеджер! Меня зовут Айли Светлана Назаренко. Я хотела бы от всего нашего коллектива сказать большое спасибо всем ребятам, девчатам, кто помогали вот организации всего этого приятного мероприятия, сердцу приятного, теплого. И самое главное, мы от всего нашего коллектива, от города 312 хотим спасибо сказать всем вам за этот праздник.